Да, она причем тяжелее, чем... Тяжелее, да, я чувствую. Ну, я помню, в прошлом году, я не помню, какой мы бренд рассматривали, но не было у кого-то утяжелителей, каких-то косилок из маленьких. Этот малыш на асинхронном двигателе. Что за... Это какая модель? 39. Это 39. Коллектор, но это которая дешевая. Года, это новое у них. Возможно, вот это с этого года. Они даже про это ни слова не сказали. Ну, они еще не разбирали. Может, они сами дальше не знают. Интересно. Понял, там двигатель. Зверь. Но на самом деле они говорят, что вот эта модель у них меньше всего попадает в Cepos вообще, ну, из всего инструмента. Но это обновленная. Но это уже новая. В прошлом году, по-моему, они стояли тоже. Эти они с этого года начали в Словении делать, а до этого были китайские. 100%, да. До этого у них были движки такие, да. Сороковка, она австрийская, поэтому. Да. Это они перенесли уже производство и, скорее всего. Ну, более тяжелый нож, да. Ну, но в ней мульчирование отсутствует. Мульчирование отсутствует. Крепление ножа, ну, как для асинхронного двигателя. Тогда вот эту с 34-й ваше сравнивать, наверное, более актуально. По размеру. По размеру, да. Согласен. Андрюха, нам... Что, это 39, почему? Это 39-е, то 3,82. То как раз, ну, по... Вот крепление ножа. Оно достаточно маленькое. Вот, но при этом нож крепится на вал отбора мощности. Точно так же, как у нас в нашей 40-й модели. Двигатель асинхронный, адаптирован уже тоже к длительным процессам работы без остановки. Ну, маленькая, но удаленькая. Не залитая тоже, да? Что значит? Ну, сама обмотки. А зачем? Здесь обмотки не надо заливать. Зачем? Бронирование? Абразива нет? Нет. Дело в том, что в газонокосилках такого абразива, который будет выбивать обмотки, ну, таких случаев никогда не встречалось еще, чтобы из-за абразива выходила из строя обмотка. Да, если может попасть твердая частица, камушек, это маленький. Песок. Ну, песок в больших количествах. То есть, в принципе, этого не бывает. Почему? Потому что забор-то происходит воздуха. Ну, вот здесь, на этой газонокосилке, вот спереди и под крышкой. И протягивается через мотор, и выброс идет снизу, то есть, а вся грязь должна быть снизу находится. Поэтому, ну, в косилках не встречается таких проблем. Ну, вот видите, узнали даже то, о чем Стивен не говорил. Реально, да, они даже ни слова, ни полслова. Ну, я же говорю, мы же сами не знали еще.